ностальгических нот. На волне позабытых мелодий вместе с вами ночное такси, городских серенад и рапсодий. Сейчас на сцену выйдет Вадим Тафанюк, автор-исполнитель из Санкт-Петербурга. Вадим создает яркие оригинальные композиции. Как правило, его песни в роковых аранжировках, городские и лирические по содержанию. Но есть опыт создания песен и в стиле шансон по-русски. Он давно избрал студию «Ночное такси» в качестве продюсерской компании, с которой работает по многим направлениям. Дискография Вадима представлена на сайте студии «Ночное такси», а видеоматериалы доступны на нашем YouTube-канале. Вадим Тафанюк является автором музыки и стихов большинства исполняемых им произведений, но иногда сотрудничает и с другими авторами. Вадим Тафанюк, Санкт-Петербург. Встречаем.
повсюду, мир с чистого листа. Не буду галактики листать, вселенная моя держава за мною. Лишь крылья за спиной земное, и в небесах со мной открою пути над головой. Летим над бездной величаво. В наших маленьких домах, в наших крохотных за спиной земное, и в небесах со мной открою пути над головой. Летим над бездной величаво. Летим над бездной величаво. Допишу я письмо, чтобы не было с нами в час разлуки, когда заалеет восток. Я тобою дышу, только ждет под ногами черный камень дорог, черный камень дорог. Я тебе расскажу, что на север нас манит, где холодная мгла, вой ветров в проводах. Я тебе напишу посреди расстояний, чтобы встреча сбылась и уже навсегда. А жизнь торопится пройти, пока мы медлим, пока мы медлим, пока не пройдены пути моря и земли, моря и земли.
на краю Айкумены отыщи мой приют и очаг, и порог. Такова эта жизнь, не сулит перемены. Черный камень дорог, черный камень дорог. Пройти, пока мы медлим, пока мы медлим, пока не пройдены пути, моря и земли, моря и земли. Бежит, торопится письмо. С трудом прокладывая путь, долгий путь домой. С трудом прокладывая путь, долгий путь домой. Приглашаем на сцену Татьяну Славянскую, автора-исполнителя шансона по-русски из Москвы. Таня обладает сильным голосом и невероятным поэтическим талантом. Начало ее карьеры пришлось на лихие 90-е годы. В это время она познакомилась с моим отцом Александром Фроминым. Он первым представил в радиоэфире ее песни «Пацанка-янка», «Казачья» и другие. Татьяна работала со многими известными и яркими исполнителями, в том числе Сергеем Паради и Авраамом Руссо. В результате непростых жизненных обстоятельств после 2007 года ей пришлось уйти из мира шоу-бизнеса. Но спустя почти 12 лет она вернулась возрожденная и обновленная и готова дарить людям свои песни, голос и свою любовь. Татьяна Славянская, Москва. Встречаем! Yeah.
за душу твою скиту. И только небо не предаст, а тебе поплачет. Любовь, надежду, веру даст, и никак иначе. И только небо не предаст, а тебе поплачет. Любовь, надежду, веру даст, и никак иначе. Запомни однажды, люди тебя оставят одну. И ты безмятежно, как листик бумажный, пойдешь ко дну. Тебе б зацепить, да только осколки рвут в клочья тебя. Ты тщетно пытался об дно не разбиться, и кто-то вынес тебя. Вновь на сцену выходит Ося Солнцевский, автор-исполнитель из Москвы. В прошлом Ося был профессиональным спортсменом. Отслужив в морской пехоте, демобилизовался в 1988 году. Шансоном увлекся еще в школе. Особенно любил песни Высоцкого, Розенбаума раннего периода творчества, Шуфутинского, Новикова, Токарева и, конечно, Круга. Сочиняет и поет свои песни Ося не ради славы и денег. В них его взгляд на жизнь, отражение реалий сегодняшнего дня. Наша студия сотрудничает с этим ярким музыкантом с 2009 года, когда его первое видео было записано на фестивале «Шансон по-русски» в Париже. В 2016 году певец принял участие в золотой серии «Аркадия Северного». Ося Солнцевский, Москва. Встречаем! Желтый летает, снова снег и сной. Все жило вокруг, и все поет. Только нас с тобою рано утром на работу зорька поведет. И теплу весеннему не качает, как от водки. Ах, как хочется сорвать с себя бушлат, разогнать конвой, погнуть решетки, проволоку разрезать и бежать. Только это редким удается. А порой не хочется мечтать, верить, что родная мать дождется. Солнце, парень, светит не для нас, с тобой. Все жило вокруг и все поет. Только нас с тобою рано утром на работу зорька поведет. И теплу весеннему не рад, трезво качает, как от водки. Ах, как хочется сорвать с себя бушлат, разогнать конвой, погнуть решетки, проволоку разрезать и бежать. Только это редким удается.
порой мне хочется мечтать, верить, что родная мать дождется. Желтел и тает, снова снег весной. И не всех больных лекарства лечат. Мне не жаль, что тает этот снег весной. Жаль, что тает облик человечий. И теплу весеннему не рад. Трезво качает, как от водки. Ах, как хочется сорвать с себя бушлат, разогнать конвой, погнуть решетки, проволоку разрезать и бежать. Только это редким удается. А порой не хочется мечтать, верить, что родная мать дождется. Sieg Heil! Sassi ist die Frage.
признаться, отхлебну лишь шансу. Вам скажу, не детская, хрена ты немецкая. Разделились башни на даму не дам. Недавно пора уже шашель алфам. Кто-то строит дачу, ездит на Пежо. Я не знаю кто, но я сегодня в Жо. В голове куражится бурга и метель. Меня зовут Остап, а как тебя же, Мобель? Здесь машинами пошла большая игра. Наливай и пей, эндутруа. Мы остатки мыслей коньячишкам сбрызнем. Жидкость дорогущая, под карману ющая. От напитков не падает, как и не брось. В поле остывает трактор Беларусь. Словно бык на срок, кривая борозда. Всюду ли беда? Да, беда. А в хозяйстве лишним не считай раздраги. От вчерашней бури развалился сарай. Хорошо, что дома ждет меня она. Здесь качество и вкуса, а главное цена. Под селедку в стоки заливаем водки. Уж мы ее родимою скушаем горимую. Россияне, поддержим отечественного производителя. Потребляйте продукцию только государственных прикроводочных заводов. Качество гарантируем. Все нормальные пацаны в Солнцево уважают водочку московского завода «Кристалл». А вы играете в акцию. Этапы в судьбах грешных таежных языках.
и условно коварного лапы разлучили с тобой на века. Мама, прости, я жалею, что судьбы арестантской я раб. Разлучил нас с тобой звон капели, Соловецкий последний этап. Представляю группу «Патриот Шоу» из Санкт-Петербурга. Автор всех песен коллектива Дмитрий Суслов, которому принадлежит и идея его создания. Художественный руководитель группы Галина Беспрозванная. Много лет она ведет детско-юношескую студию эстрадного вокала «У трех озер» Придокосуздальский в Санкт-Петербурге. Повзрослевшие студийцы стали солистами в составе «Патриот Шоу». Навыки, полученные на занятиях в студии, вокального исполнения, актерского и танцевального мастерства, молодые исполнители теперь реализуют в новом творческом проекте. Галина Беспрозванная понимает необходимость обращения в работе с молодежью к военной теме и патриотизму. А трактовка этой темы в песенном творчестве Дмитрия Суслова оказалась ей близка. «Патриот Шоу» и студия «У трех озер», Санкт-Петербург. Встречаем. Гитару прихвачу, пойду пешком в давно разведанные дали. Здесь хорошо и за границу не хочу. Чего такого за границей не видали? По малой родине я снова побреду и вспомнят гены эти древние просторы. Как говорил про них я ласково в бреду, про безупречные природные узоры. На малой родине дух мяты и меда, на малой родине во поле не беда, на малой родине и горе не беда. Моя родина, на малой родине зеленая трава, на малой родине деревья не дрова, на малой родине кружится голова. Моя родина. Трескучего костра закипячу чаем с душистою травою и буду пить его до самого утра. Потом умоюсь с родниковою водою и не спеша по малой родине пойду. И очаруют меня здешние просторы, своей душе я только здесь спокойно иду. Когда увижу я родимые узоры, на малой родине дух мяты и меда, на малой родине во поле ли беда, на малой родине и горе не беда. Моя родина, на малой родине зеленая трава, на малой родине деревья не дрова, на малой родине кружится голова. Моя родина, на малой родине дух мяные меда, на малой родине во поле ли беда, на малой родине и горе не беда. Моя родина, на малой родине зеленая трава, на малой родине деревья не дрова, на малой родине кружится голова. Моя родина. Thank you.
ней Россия есть. Россия есть. И это просто замечательная весть. Мы здесь живем, живут родные и друзья. Для нас Россия — это дружная семья. Россия наша, наша матушка-земля. Россия — лапушка, озера и поля. Россия — лапушка с просторами без края. Россия — лапушка, земной кусочек края. Россия — лапушка, уютная земля. Сердце ласковое есть, есть душа. Для нас хорошая и радостная весть. Мы здесь живем и не уедем никуда. Никуда. Здесь родились и проживем свои года. Свою Россию не покинем никогда. Россия — лапушка, озера и поля. Россия — лапушка с просторами без края. Россия — лапушка, земной кусочек края. Россия — лапушка, уютная земля. Добрая зима в конце блокадных дней согрела души и дома на улице моей. И засверкал наш Ленинград, как радужный салют. Укрыл от смерти снегопад и возвратил уют. Прощай, блокадная пора, прощай, пора смертей. И грянет русское ура большой страны моей. Мы снова жить начнем с утра среди живых людей. Прощай.
Наступает пора смертей. После жутких холодов и после страшных снов закончен дьявола улов, и больше не таков. И запах хлеба над Невой войны простыл и след, и в Ленинград пришел покой, и смерти больше нет. Прощай, блокадная пора, прощай, пора смертей. И грянет русское ура большой страны моей. Мы снова жить начнем с утра среди живых людей. Прощай, блокадная пора, прощай, пора смертей. Прощай, блокадная пора, прощай, пора смертей. И грянет русское ура большой страны моей. Мы снова жить начнем с утра среди живых людей. Прощай, блокадная пора, прощай, пора смертей. Приглашаю на сцену нашу следующую исполнительницу Изабеллу Изумрудную. Изабелла – певица, композитор и поэт из Санкт-Петербурга. Изабелла Изумрудная сотрудничает со студией «Ночное такси» уже больше 10 лет. И за это время мы сняли множество видеоверсий песен Изабеллы в концертном формате. В сегодняшней серии нашего фильма Изабелла Изумрудная исполнит новую композицию под названием «Возвращение». История в ней повествует нам о великой силе любви. Герой песни выжил и вернулся на свободу благодаря чувству женщины. Аранжировка песни принадлежит Виктору Смирнову. Встречаем Изабеллу Изумрудную. Три семерки! Портвейн! С вещами на выход! Вы свободны! Глаза твои усталые, худые, щеки впалые, отчаянные, грустные слова. Промчались годы длинные, ушли друзья старинные, и ты вернулся в город наш тогда. А за окном кружится снег, как много лет подряд на зоне. Коньяку стакан в ладони, а за спиною столько лет, что мы не виделись с тобою, а впереди так много бед, а впереди так много бед, но не оставлю я тебя. Ночами одинокими и днями бесконечными стояла я у пристани судьбы.
смотрела вдаль далекую и пела песни грустные, как реквием по прерванной любви. А за окном кружится снег, как много лет подряд на зоне. А на столе лишь черный хлеб, да коньяку стакан в ладони. Свечу зажжем церковную, постель забьем пуховую, как долго мы не виделись с тобой. Обнимемся покрепче, чтоб стало сердцу легче, и смиримся с ушедшей бедой. Продолжает наш концерт невероятная Татьяна Балита, петербургская эстрадная певица. Татьяна обладает широчайшим вокальным диапазоном, позволяющим исполнять произведения разных музыкальных направлений. В ее репертуаре их более 200 – романсы и классика, джаз и шансон. На сцене Татьяна демонстрирует не только певческое, но и актерское дарование. Ее номера – это всегда сценические постановки, в каждую из которых вложена душа певицы и актрисы. Это страстная эмоциональная работа. Каждая песня не просто спета, а прожита на сцене. Многие произведения, исполняемые Татьяной, созданы полностью или частично вместе с талантливым автором Всеволодом Инчиком. Сегодняшняя композиция «Я люблю тебя всю» – яркий пример совместного творчества. Сегодня премьера этой песни. Великолепная Татьяна Балита. Встречаем! На сцене ты меня тотчас забрала в плен. Перед тобою навсегда померкли Нефертити и Софи Лорен. Перед тобою навсегда померкли Нефертити и Софи Лорен. Разожгла меня ты вихрем танца, пламенный вулкан.
подметки не годятся. А Мата Хари и мадам Дункан и тебе в подметки не годятся. Красиво и ужасно мило, ты пышна, как крендель и шольте, хороша и с фронта, ты и с тыла, с фронта лучше там и декольте, хороша и с фронта, ты и с тыла, с фронта лучше там и декольте. С тобой на пляже миг в мое ребро забрался бес. От твоих красот природных даже дух вознесся прямо до небес. От твоих красот природных даже дух вознесся прямо до небес. Взор мой умиляет и мини-юбка, краше и стройней колонн. С восхищением я скажу, голубка, ноги краше и стройней колонн. Всю тебя люблю я восхищенно, плечи, ручки, бёстра номер пять. Постоянно он меня волнует, он во сне приснился мне опять. Постоянно он меня волнует, он во сне приснился мне опять. Я тебя обсыплю сюрпризами, щедрость пусть людей всех удивит. Подарю тебе сперва мобильник, холодильник я куплю в кредит. Подарю тебе сперва мобильник, холодильника я куплю в кредит. Человек весьма я деловитый, и в делах серьезных не шучу. Алимент, поправка, то есть взносы, аккуратно в профсоюз плачу. Влюблялся, но не то все было и не то. И судьбу мою могла бы скрасить, как билет счастливый с портлото. И судьбу мою могла бы скрасить, как билет счастливый с портлото. Без тебя ведь счастья я не чаю, жизни путь не вижу я иной. Что мне делать, я теперь узнаю, разведусь с четвертою женой. Что мне делать, я теперь узнаю, разведусь с четвертою женой. На сцену выходит наш друг Евгений Любимцев, автор-исполнитель из Калининграда. Круг его музыкальных пристрастий – это классика шансона по-русски, одесские городские песни и старые, подчас забытые, песни талантливых шансонье. Помимо этого, Евгений сам пишет красивые лирические произведения, талантливо стилизует хиты шансона. Недавно мы издали на студии «Ночное такси» его сольный DVD-альбом «Опустилась ночь над Ленинградом».
Заглавная песня этого видеосборника наиболее известна по репертуару Аркадия Северного. В настоящее время готовится к изданию еще несколько альбомов Евгения Любимцева. Сольный альбом «Облака» и еще два альбома в серии «Классика русского шансона». Евгений Любимцев стремится поделиться со сценой чувствами и настроениями, которые вызывает в нем та или иная песня. Его выступление – это всегда импровизация и живая личностная работа. Это всегда увлекает и вдохновляет зрителя. Итак, встречайте, Евгений Любимцев, «Калининград». Жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золота охвачены. Я не буду больше молодым. Увидание золота охвачены. Я не буду больше молодым. И теперь не так уж будешь биться, сердце тронутое холодком, и страна березового сица не заманит шляться босиком, и страна березового сица не заманит шляться босиком. Я теперь купее стал в желаниях, жизнь моя, иль ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Клёнов листья вместь, будь же ты навек благословенной, что пришла в процвете умереть. Будь же ты навек благословенной, что пришла в процвете умереть. Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидания золотом охвачены, я не буду больше молодым. Увидания золотом охвачены, я не буду больше молодым.
освободился и домой приехал. Мать меня встречает на крыльце. Ай, заходи, сыночек, все давно согрето. Водочка томится на столе. Эх, эх, маманя, эх, встречай, маманя. А я откинулся, и будет все путем. И пока деньжата есть в кармане, мы еще с тобою заживем, да. А и пока деньжата есть в кармане, мы еще с тобою заживем. Мы 5 лет валили лес на зоне, руки огрубели от пилы. От работы дохнут даже кони, только мы подохнуть не смогли. Эх, маманя, эх, встречай, маманя. А я откинулся, и будет все путем. И пока деньжата есть в кармане, мы еще с тобою заживем. А и пока деньжата есть в кармане, мы еще с тобою заживем. Эх, маманя! Цветет весенними цветами без меня веселая тайга. Долгими осенними ночами я мечтал покинуть лагеря. Эх, маманя, эх, встречай, маманя. Я откинулся, и будет все путем. И пока деньжата есть в кармане, мы еще с тобою заживем. И пока деньжата есть в кармане, мы еще с тобою заживем. Эх, маманя, встречай, маманя. В семье прокурора, а материнская стража. Жила дочка-красотка с золотою косой. А из голубыми глазами и по имени Нина, как отец горделиво и красиво собой. Отец горделиво и красиво с собой. Было ей 18, а и никому не подвластно. И напрасно мальчишки улыбались ей, а и не подарит улыбки, а и не посмотрит как надо. И с каким-то презрением, ай, все глядит на парней. Ай, не подарит улыбки, не посмотрит как надо. И с каким-то презрением, все глядит на парней. Но однажды на танцах, не шумливый, но быстрый, к ней красиво одетый паренек подошел.
благородный красавец из преступного мира, поклонился он Нине и на танец увел. Эй, благородный красавец из преступного мира, поклонился он Нине и на танец увел. Опа! Все на выход! Стволы и ножи оставлять у выхода! Шаг влево, шаг вправо, расстрел! А теперь смирно! Но однажды во вторник, день дождливый, ненастный, ай, завалил на бану он ее и себя. И вот эта вот Нина, дочь прокурора, на скамью подсудимых, ай, за жиганом пошла. Ай, дочь прокурора, на скамью подсудимых, ай, за жиганом пошла. А на черной скамье, одурманенный дымом, а воду пил прокурор, ай, за стаканом стакан. А на черной скамье, на скамье подсудимых, сидит дочь его Нина и какой-то жиган. А на черной скамье, на скамье подсудимых, сидит дочь его Нина, а и какой-то жиган. Опа! Посмотрите на меня, ай, ремеслом считаю кражу, из тюрьмы я не вылажу, и тюрьма скучает без меня. Ай, ремеслом считаю кражу, из тюрьмы я не вылажу, и тюрьма скучает без меня. Шел я по проспекту Октября, ай, вся братва смотрела на меня. Подошел ко мне Белинский: здравствуй, Женечка, любимцев, пойдем выпьем кружечку пивка. Подошел ко мне Белинский: здравствуй, Женечка, любимцев, пойдем выпьем кружечку пивка. Пиво мы, конечно, заказали, а потом до дюжины догнали. Пили, 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 столик нахрен своротили и пошли тихонечко домой. Пили, 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 столик нахрен своротили и пошли тихонечко домой.
подошел легавый милиционер, а у него огромный револьвер. А вы, ребята, не пустите, в отделение сходите, заплатите штрафу 3 рубля. А вы, ребята, не пустите, в отделение сходите, заплатите штрафу 3 рубля. Штрафу мы, конечно, не платили, а и легавого, конечно, мы избили. Пили, 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 столик нахрен своротили и пошли тихонечко домой. Пили, 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 столик нахрен своротили и пошли тихонечко домой. Гоп со смыком, это буду я. Братцы, посмотрите на меня. Из тюрьмы я не вылажу, ремеслом считаю кражу, и тюрьма скучает без меня. А из тюрьмы я не вылажу, ремеслом считаю кражу, и тюрьма скучает без меня. Оп! Концерт продолжает Юрий Былинкин, автор-исполнитель из Москвы. Юрий родом из Саратовской области и всегда подчеркивает свою связь с родными местами. Шансон по-русски и оригинальная авторская песня наиболее близки ему в музыке. Юрий радеет за судьбу этих музыкальных направлений. Он является обязательным участником наиболее известных и значимых фестивалей шансона в России – памяти Аркадия Северного в Санкт-Петербурге и памяти Михаила Круга в Твери. Для знакомства с аудиторией, собственными песнями и произведениями других шансонье Юрий Былинкин открыл в интернете радио «Быль». В сегодняшней программе он исполнит песню «Не стыжусь». Это единственная песня, написанная Юрием в соавторстве. Выступление Юрия Былинкина сопровождает гитарист Виталий Гераськин. Юрий Былинкин, Москва. Встречаем. Вдохну холодный воздух и приму на грудь венца. Бескорыстно, с чистым сердцем угощу венцом юнца. И бесстыжими глазами расстреляю местных дам. Я сегодня с вами здесь, а вчера еще был там. Не стыжусь я, не горжусь, просто вольным ветром я не надышусь. Не стыжусь я, не горжусь, просто вольным ветром я не надышусь. Я не больше, чем другие, в этой жизни нагрешил. Были времена лихие, как придется, так и жил. Мне и пить почти не надо, я и так уж опьянен. Вольный ветер, ветер странствий, я давно в тебя влюблен. Не стыжусь я, не горжусь, просто вольным ветром я не надышусь. Не стыжусь я, не горжусь, просто вольным ветром я не надышусь. У меня дела простые, у меня характер свой. Мне уже уйти бы надо на заслуженный покой. Я как зверь освобожденный, но не злобный на людей. И люблю, как в синем небе,
кружит стаи голубей. Не стыжусь я, не горжусь, просто вольным ветром я не надышусь. Не стыжусь я, не горжусь, просто вольным ветром я не надышусь. Итак, дорогие друзья, на этом мы сегодня заканчиваем нашу юбилейную 25-ю серию фильма «Новое и лучшее». Хочу выразить искреннюю благодарность всем участникам этого, без сомнения, важного мероприятия, съемочной группе и всем тем, кто сегодня принял участие в создании концерта. Конечно, и вам, дорогие зрители, ведь именно благодаря вам мы понимаем, что идем в верном направлении. С вами был Аркадий Фрумин. Еще раз спасибо и всем до скорых встреч! Запомни однажды, люди тебя оставят одну. И ты безмятежно, как листик бумажный, пойдешь ко дну. Тебе все цепится, да только осколки рвут в клочья тебя. Ты тщетно пыталась окно не разбиться, и кто-то вынес. Любовь, надежда.